Опять слышу. Не, это уже прохаванные ребята. Всем привет, ребятки, с вами Флэш. Продолжаем играть в Rust. Нахожусь я по-прежнему на Z Rust 4. Немножко все утихомирилось. Ловушка, конечно же, уже перестала работать. Ко мне сейчас только что прибежал опять два типа, но они уже очень аккуратно такие заглядывали, вот дверь была вот так открыта, понятно, и они такие уже оп-оп, и я не успел запереть, поэтому не получилось. Возможно, те же самые, потому что реально двое было, и теперь я решил прогуляться, пойти уже, так как у них ресурсиков такая, я нахоботил немножечко, да, опять же, их калаш, их броня полностью. Опа, типа, так, на таких людей мы не будем. Теперь надо вычислить, где они живут. Так, Китхан. На такие случаи, когда, в принципе, убивать там особо. Вот так вот сделаем. Чувак собирает почему-то ресы прям у меня под носом. Я не могу понять, почему. А что, его может запереть? Слышите? Давайте попробуем. Ну, вряд ли прокатит. Это вообще глупость. Я слышу, он долбит, но вряд ли он будет заходить. Ну это вообще, это верх наглости. Перед ним открыть дверь, типа, чувак, заходи. Тень на нас играет. Чуть все рушится. Не могу понять. Что он пор... А, вой! Вид! Сейчас мы не дадим ему ничего сделать. Давайте уже напоследок долбанем, где у меня... А, я все отсюда ж уже перетащил. То, что я уже не планировал. Хо-хо-хо-хо! Вот это серьезная заявка на победу. Оп. Это то же самое, нет? Нет, это грач какой-то. Ох, а тут ресов там. Мне как раз они сейчас нужны. Фига себе. А зачем грач заходить вот в такую фигню, я не могу понять. Просто мне, ребятки, сейчас тоже ресы пипец как нужны. Ну, вайп, сами понимаете. Ну вот, спасибо тебе почти за целую сишку. Ну, не почти, 2700 она по серии идет. Но ракета одна точно есть. Бля, а зачем заходить? Что за прикол? Ну ты грач даешь. Так, ладненько, пополнил я все запасы. В общем, у меня подозрение, что эти два типа, которых я первый попал, они вон там наверху живут. Потому что, когда у меня второй раз не получилось их запереть, я вылез на крышу и посмотрел, куда они побежали. Они примерно вот в ту сторону побежали. И там уже раза три сейчас только что кто-то вызвал аирдроп. Вот там наверху есть, вон, видите, дом. Там постоянно сопля эта горела. Дымила, точнее. Туда как минимум три аирдропа. Там постоянно какое-то движение. Но еще есть подозрение, что вот этот дом тоже непонятный. Мне бы вычислить этих ребят, которых я вот попытался... Ну, наверное, все-таки да, наверх я туда сбегаю, и мы прочекаем, посмотрим, может, они действительно там живут. Потому что их надо ликвидировать, они уже знают мою ловушку. И они будут просто банально мне мешать. Сейчас мы в стелс-режиме, так сказать, без особых стычек. Вон там, вот видите, дом непонятный вообще абсолютно, кстати, построенный абы как. Потому что, ну, отсюда какое-то строение неясно. Но очень грамотно расположен в плане высоты. То есть, когда дом на пригорке, всегда удобнее. То есть, для тебя всегда все видно. Кто-то там ходит или нет? Кстати, читерское еще использую растяжение экрана к углу. То есть, вот так вот, смотрите, плохо видно. Вот там вот что-то, чтобы вы понимали, куда я смотрю. Вот на вот этот вот строение. Ох, нафиг я стрельнул-то. На вот это... О, тут печка работает. Офигеть. На вот это вот строение. И иногда не разберешь, что там такое есть. А когда подводишь к углу, это изображение как бы растягивается и немножко увеличивается. И вот сейчас вот отчетливо видно, что это просто фундамент соломенный. Кстати, печки-то шпарят, и дверь простая. Кит-старт явно кто-то не использовал.
Так, ну давайте в стелс-режиме прогуляемся, потому что реально там штуки 3 гранаты только что. А, во, уже вылезли наверх. Вот видите, в этом плане, конечно, грамотное расположение, потому что ты видишь все подходы к дому. Да, как бы минус то, что на пригорке, и можно внизу зоны найти, там, где строительство не заблокировано. Как мы помним, шкаф у нас имеет сферическую зону. В этом плане минус. Но в плане обзора, конечно, громадный плюс. То есть, вот они с моря, да, вылез на крышу, у тебя, грубо говоря, в 500 метрах ты вообще все видишь вокруг дома, что у тебя творится. И какой-то... То есть, приходится вот сейчас мне вот как-то вот за пригорки прятаться и продвигаться. Потому что вот на данный момент, пока я сидел там в засаде, я уже не знаю, сколько я там сидел, час, может. Вот они второй раз наведались двое, но они реально не зашли. Не успел, точнее, закрыть. Он просто выглянул и выбежал сразу, два залутанных. Потом я на крышу сразу, они прям сразу, причем они не стали там бегать, они только увидели, как я дверь закрыл, сразу убегать начали. То есть, скорее всего, это они и есть, по второму разу прибежали просто. Потому что они даже не стали ни дома меня осматривать, ни перестреливаться, просто тупо сразу свалили. Как еще раз напомню, что на четвертом сервачке не больше двух человек, поэтому, в принципе, в соло здесь очень комфортно играть. Ну, то есть, ты либо один, либо тебя двое. Да никак не против клана, не против троих. Да. А, печка работает уже большая, отсюда видно. Возможно, то строение просто из-за того, что печка. Они так печку огородили. Ну вот, используя вот эти вот нюансики, то, что вот прячешься со скалой и поближе, как можно ближе продвигаешься. Мне, в принципе, достаточно, либо они меня сольют, либо я их солью, потому что у меня сейчас в планах очень плотно присесть на сборе ресурсов, чтобы, собственно, уже потом можно было и диверсанты делать, серии, и все что угодно. Но для начала просто хочу вот эту местность разведать, посмотреть, какие соседи, есть ли интересненькое что-то. Отсюда уже работать. Блин, не очень неудачно то, что ночь, но благо то, что она очень быстро идет. Проходит. А, ну смотрите, уже стены есть, и грамотная система уже использует крышу. Крыша, это, конечно, хорошо. Ну, в принципе, можно... Кстати, во-первых, ночь... Во-вторых, ночью-то, если ты активность... Капканы, смотрите, специально в кустах. Вот прошаренные. Капканы, блин. Как бы мин тут не было, капкан, хрен с ним. Ночью-то все выходят на сбор ресурсов, правильно? Блин, это эти... Так, где у них двери, не могу понять. Вон там, возможно, их дом, возможно, нет. Тут работает печка очень плотно. Жалко, конечно, что темнеет. Очень плохо. Кстати, граната... Ой, это летит. Не, аэр в другое место. Вот они. Да, вот выход. То есть, если что, они будут выходить отсюда. Тут какой-то балкончик. Ну, тут, да, тут печка совмещена с домом. А, возможно, вот там его друг живет. Тут второй дом. Печка совмещена с домом. Собственно, у нас печка вот здесь вот находится. Тут дом с балкончиком. То есть, решили особо не париться. Но капканы грамотно поставили. И вот тут, вот, да, видите, непонятные какие-то балкончики. Вот тут жесткая какая-то тема, то ли еще одна печка стоит, потому что, видите, крыши, вот эти крыши неспроста, это для усиления. То есть, когда идешь ракетами, они очень на себя дамаг много забирают. То есть, приходится их просто выдалбливать. Так, ладно, дождемся утра, посижу в засадке, может, что-то будет. Вот, кстати, то, о чем я говорил. То есть, с одной стороны, плюс этого дома, что он на горе, обзор хороший вокруг. А с другой стороны, минус. Вот буквально чуть-чуть я спустился, все, видите, зона блокировки у меня пропадает. То есть, здесь я уже построить могу фундамент, ну, такой, не сильно, конечно, высокий, потому что если только подпрыгну, то шкаф как бы распространится, вот видите. Пошумим немножко. Как бы, но если заморочиться, все равно можно вот эту изъян местности можно использовать как-то под себя по-любому. Кстати, пока ночь, никто там, никакого движения не было, обследовал еще вот это строение. Сразу что бросается в глаза? То есть, почему я их связываю между собой? Опа, 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 опа. Снизу прибежал чувак. Если это торч, который я убивал, то, в принципе, он мне тогда не интересен будет все-таки как-то. О, там что-то торчит, смотрите. Неужели опять лоханулись с ногой торчащей? Ну-ка, так, посмотрю. Непонятно, что торчит. Не-не, это какое-то строение. Блин, я думал, нога чья-то. Что это такое? Капкана не было. А, ну это треугольный этот потолок торчит. Короче, вот это
здание полностью без входа. То есть оно полностью окружено всеми стенами. То есть туда только на Home TP можно прилететь. Соответственно, делаем вывод, что туда сносят только что-то на склад. Так вот, встанем, балкончик, отлично просто. Блин, чувака надо было принять, он же ночью бегал. Вот это я протупил, он там столько ресов, наверное, принес. Ой-ой-ой. Вот это я протупил, нафиг я пошел облазить. Тут, видите, два, ну блин, тут не угадаешь. Тут либо подкараулишь как бы на выходе на ночь, либо уже на входе, когда чувак уже приносит, грубо говоря, ресы. Ну, блин, что-то я только сейчас понял, что он же с ресами ночью, он всю ночь лутал и прибежал с ресами. Там пипец, сколько ресов, наверное. Ну ладно, и так уже отжал там только что. При помощи ловушки. Так, это мой? Нет, это не мой дом. Так, тут даже можно посчитать количество дверей. Ну, вот тут вот что-то у него, может, времяка? Ну, короче, так, дверь там же внутрь, да, открывается тут. Тот дом полностью окружен. Их объединяет вот эти дома, то, что они все окружены вот такими вот маленькими строениями. Треугольными фундаментами в виде вот такой вот, как ромашки. То есть и с той стороны все-все-все утыкано, и здесь все утыкано. Блин, тут рассказываем, сейчас как тут меня спали где-нибудь сверху. По железке где-то, внутри железка какая-то. В общем, все утыкано вот этими вот строениями. Есть подозрение, что там шкаф, либо это задел под будущие шкафы, потому что вот этот, допустим, высота маленькая. А там есть уже такие высокие. Как будто уже там шкафы спрятаны. И они, причем, вокруг этих двух домов одинаковые. Соответственно, эти два дома, они контачат. Но тот, блин, там по-любому склад. По-любому. Ну, зачем делать полностью закрытый вход? Ну, то есть ты никак не зайдешь туда, кроме Home TP. Зачем лишнюю уязвимость дома делать при помощи дверей, там, ворот или еще чего-то? Можно наглухо просто все закрыть, чтобы вообще заморочить. Где-то по железке внутри бегает. Засрань. Мне просто узнать ник и все. Так, убегает? Нет, не убегает. Узнать бы ник, мне, в принципе, больше ничего не надо. Жалко, пайпухи с собой не взял. Так, тень, тень, тень. Нельзя палить. Сейчас сверху спалят. Так, вроде бы ходит, нет? Надо дождаться в любом случае. Опять какие-то телодвижения. То ли он на крыше, то ли где-то непонятно. По железке, вот в этой области где-то стучит, я по наушникам понимаю. Только что посмотрел. Спалил, нет? Видели по краю? Спрыгнул. Ты умирать-то будешь или нет? Нифига себе. Он упал, хп сколько потерял, так еще три раза, блин, калаша выдержал попадание. Торч? Нет, айсберг какой-то. Нормально. А вот этого вычислить? Ну, тут особо-то ничего не было. А вот это его друг. Не, это значит вообще другие чуваки. Да, с болтом вылез уже. Балтеевичем вылез. Так, мне главное, чтобы спину прикрыть. А это где-то... Вот этого бы подснять, хотя бы продамажить, чтобы он... Ничего не носит. Он по-любому ему координаты сливает, гаденыш. Ух ты, нифига себе. Жестко стреляет. Да как вы-то попадаете? Вы нафиг. Так, главное теперь уйти отсюда. Сейчас тут меня как зарашит, гаденыш. Не, сидит пока, слава богу. Я бы уже зарашил на том месте. Так, все, нас валит, пока этот пока продамажился. Да-да, и тут тоже вроде не контролит. Не дала пройти. Стена не дала пройти, мистер. А, он убился, что ли? Это что такие сообщения непонятные. Он, походу, убился, да-да-да-да. Мистер, да? Стена не дала пройти мистер. Короче, мистер и айсберг. Не, это вообще левые чуваки, кстати. Те, значит, вообще непонятные были. Те-то ники помню. Там DX3 что-то и второй какой-то другой. Ну, явно не эти. Вот они, видите, сооружения вот эти? Треугольные.
Вот они, сооружения, все треугольные. И вот эти, и вот эти, и вокруг того дома полностью. Соответственно, вот тут, ну, по высоте вроде похоже, да, как на шкаф, да, по-любому. По-любому похоже. А вот те что-то маленькие. У меня стрела, ну, ничего, по дереву бегаю. А вот эти, хотя не, эти тоже похожи. По высоте, да, и причем стена неправильно одна. А сверху там вообще что-то... Одни треуголки эти. Да, стена одна неправильно, нормально. Так, ну там, скорее всего, склад. Ну, видите, они же не перестреливались, все, уже ясно. Тот бы с болтом по-любому поэтому стрелял бы, правильно? Они не стреляли. Да, мистер, ну тут все ясно. И так. Фига себе, хедшот навесиком долбанул, нормально так. Нормалек. Так, а те могли откуда прибежать? Ну ладно, эти, в принципе, я с ними не пересекался, особо у меня на них злобы нет, поэтому ребята там аирдропы вызывали. Опа! Это что, прикол? Это как так? Это как? Это что, это издевательство надо мной, что ли, или что? Как мы не заметили друг друга? Это что это такое вообще? Ты смотри, с хилом такой, чисто с одной обоймой Томпсона. С 20 патронов. Это лол. Я вообще без шороха. Ну, точнее, обычным бегом бегу здесь, что-то прыгаю. И тут замечаю чувака, который на корточках ползет. Это... О-о-о-о, а вот сейчас не до смеха. Не до смеха. Не до смеха. Так, кровотек, кровотек, убирайся. Там кто-то спрыгнул. Ёперный театр, нифига себе. Главное, блин, стрелять с болта он умеет. А с Томпсоном пойти в засаду он не умеет. Так, там чувак спрыгнул где-то, я слышал. Вот это лол, конечно. Как мы так с ним разминулись? Просто жесть. Не стреляет. Тут где-то спрыгнул, не понял. Хотя он через стену вряд ли перепрыгнет, правильно? Это с Балтевича хорошо отрабатывает. Так, так, что-то он опять пошел. С луком, с луком. Бухэт! Блин! Я не могу понять, это как так получается? Как это так получается? Где эта стрела, блин? Я за камень спрятался, мне хэд прилетел. Я не могу понять, что происходит вообще. Так, ладно, хил уже на исходе. Он как бы есть запас неприкосновенный, ну ладно. Что-то он за мной очень настырно бежит. Вы тут не развели бы меня. Сейчас с дробашом прибежит. Да, ну это айсберг. Как-то они себя странно ведут. То хэды нереальные ставят, то... Фух, так, ну ладно, все, хватит баловаться. В принципе, эти ребята мне особо... Да, тут прыгают до сих пор, там, может, тоже с болта, кстати. Может, не с болта. Все, посмотрели и хватит. Так, вот он опять с болта вылазит. Оп, в этот раз я присел вовремя. Может, калаша попробовать немножко хеды поставить. Класс, тут тоже вроде машина неплохая. В умелых руках. Правда, не умею с ним стрелять все равно. Не умею стрелять? Это я сейчас сказал? Или мне показалось? У него кулдаун по-любому сейчас начался. Если... А хотя не, он довольно быстро резается. У него, скорее всего, там стоит этот кровать. Блин, что я сюда залез-то? Я хотел показать вам расположение дома. То есть, видите, сверху вообще непонятно, что настроено. Какая-то там соломенная фигня, треугольная. Тут какие-то вообще непонятные, там печка работает. И второй дом. Второй он не перестреливается. Соответственно, они в паре по-любому. А, возможно, он сейчас друга попросил резнуться там и подобрать болт, скорее всего. Потому что, видите, тот пропал.
По-любому, чтобы не потерять его. У нас балда работает. Да, друг подобрал, и это мистер уже. Я не знаю, как, правда, как мистер стреляет. Ух ты, нифига, откуда это он шмальнул? Через, что ли, щель какую-то? У него просто не 100 хп было, но это понятно, он не хилился, поэтому я с калаша ваншот в голову дал. А так калаш-то два раза можно попасть в голову, мы ж тестили. Даже на голову. Даже на голову. Боится, ну видно, что боится. Так, что-то я не хочу уже использовать аптечки, все-таки они мне дороги. Шприцы, в принципе, у меня еще их немерено. Нет, айсберг опять. Странно, как он так быстро резается? Что-то реально очень быстро. Опять айсберг. Опять бегает кто-то. Опять резнулся. А, он, может, откуда-то прилетел на хом ТП? Че фиг его знает. Не, калаш тоже интересная темка, если честно. Блин, контакт открыт, ребят, сорян. Сорян, босс. Сейчас уже серию все равно буду заканчивать. Просто я не могу понять, что он хочет. Настырно как-то стреляет. Блин, как бы мне тут не обошли. Стою так. Так, ну все, в принципе, да, все. Можно заканчивать. Хорошотики пораздавал. Пристрелялся немножко. Там кто-то меня спрашивал, название у меня там была серия, пристрелка оружия. Типа, а почему пристрелка, я так и не понял. Пристрелка, в принципе, потому что я там у меня, то дикая косость у меня там была в том видео, то дикая, ну, точность наоборот, как и здесь сейчас. То я, блин, ловлю хеды, то сам раздаю. То есть, грубо говоря, пристреливаешься, плюс-минус, как бы, нарабатываешь немножко скилл, пристреливаешься, и потом в итоге выходишь на хорошую точность. Чтобы убрать этот первый мандраж, то он стоит. Да, он стоит. Вот, видите, мандраж немножко убрался, и все. И хеды пошли один за одним. О! Да ну нафиг. Куда он делся? Куда он делся, чувак в шлеме? У меня аж сердце не выскочило. Твою мать. Вот это доигрался. Шприцы. С дробашом вроде был, с пайпухой или с чем. Да-да-да, вот он. Бульдозер какой? Да, с пайпом. Блин, у меня чуть сердце не выскочило. Что-то меня тут со всех сторон атакуют, мне это крайне не нравится. Двое. Двое. Блин, у меня патроны, этот калаш закончил. Охрененно. А у него в пайпухе было что-то? Не было. Вот, блин, три патрона. С болта работает. Как же не вовремя это все кончилось. Так, на-ка, короче, мне ретироваться, пока не поздно. Там что-то жестко очень все было. Тут еще эти ребята вообще на выстрелы все поприходили. Что за жесть? Так, хил. У меня, блин, хил, у меня аптечек нет вообще. Если меня сейчас попадут, мне хана. А, он до сих пор там, я думал, он убежал уже.
Не, ну с дробашом, конечно, хорошо работать. Попал! А-а-а, лол. Попал. У меня 3 патрона в Томпсоне. Конечно, ничего не даст абсолютно. Блин, я сейчас могу... Попал еще раз! Лук реально какой-то читерский, я не могу понять, почему я попадаю. Это эпик! Это эпик! Это, мать его, эпик! Так, 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 мне нужен болт и патроны. Патроны где? Вот они. Вот они, калаш, срочно перезаряжь. Это, мать его, эпик! Сценар какой-то. Главное еще, чтобы эпик слива не было. Только что шаги слышал чьи-то. А, вон он прячется, вижу. Это, мать его, эпик. Он всю броню с того собрал. Это, мать его, эпик. У меня просто, просто нет слов. Дробаш, перезаряжайся. Так, сейчас того надо залутать. Там же я еще кого-то слил. Я троих тут слил вообще. Вот тут вот валяется. Вот он, да. Как с болта лишь бы не сняли. Ох, 80 тканей, нормально. И вот тут где-то в кучерях валяется. Я что-то его завалил. Не, не здесь, в скалах, в скалах. С лука, да это лол! Мать его. Аптечки, аптечки, хилы. Блин, я волнуюсь, капец как. Хавка, хавка. Так, мне по сути тут нахер что-то не надо, я это уже чувствую. Да, да, хилится, хилится. Да, там еще с болта по мне с бочина работает. Кто это у нас пробежал? Это у нас кеш какой-то, цех. Я там уже все позабирал. Да. Я чувствую, надо улетать. А, это даже не я добил его. Айсберг, он от кровотека умер. Жесть, так, надо с того броню забрать. Вот это. Одежду же можно стакать. Я все время забываю, бля. Все. Ребята, ну, я думаю, я лайк заслужил. Вот я редко, когда говорю, ставьте лайки там. Но сейчас я просто прошу вас поставить лайк. Это просто жесть. Все, пора уходить. Все залутал. Я, вот блин, я сам себе сейчас изменил. Вот кто до меня, на меня давно подписан, ребят. Я, когда вот жопа какая-то, я всегда убегаю. Ну, то есть, когда вот чувствую, я то есть очень сивого, точнее, не то, что убегаю, я очень сивого играю. То есть, у меня там хил наполовину закончится, все, я там иду немножко подполнить. Патроны закончились, я уже никогда Тут я, короче, я не знаю, что мною движило. Наверное, 2 трупа, которые надо было залутать. Я просто начал тупо на удачу стрелять с лука. И меня вот это, то, что я остался, рискнул... Кто не рискует, тот не пьет. Жесть, просто жесть. Реально, это такой драматизм. 3 патрона в этом, все закончилось, лук только один остался. А я еще у чувака, помните, там стак под стрел взял. Я еще думаю, нафиг мне эти стрелы? Когда я там возле того дома там кого-то убил, я помню, прям вот, я прям помню, реально, 50 стрел, что ли, взял или что такое. Там самоценное у него что было, это стрелы вроде. Думаю, нафиг мне еще стрелы эти? А они сейчас пригодились, возможно. Возможно, я их не считал. Жесть, дайте мне дойти до дома, подумать обо всем. О, все, вот это эпик, это просто жесть. Это просто жесть. Болтевич опять обжился, Дробашевич, Томпсон, да, Томпсон, да, чувак, мы там разминулись с ним, опять 2 стака брони, жесть. Это вообще ни с чего, это все с ловушки. Началось вообще все это действие. Ой, блин, боже, надо пересматривать этот момент. Я сам сейчас не могу понять, что произошло на самом деле. Как я того заметил? Он сзади ко мне крался, этот хрен. В маске. Мне там чуть сердце не выскочило, когда я его заметил. Потом те 2 бежали. С одним мы, короче, перестрелялись с тобой. Хедов надавал, второй там.
О, ну его нафиг. Ой, вот что значит отдохнул от раста. Блин, копье это нафиг с собой таскал. Можно было там что-то бинтики какие-то взять. Что он тут собралось? О, не изучено даже до сих пор. Все, ребятки, ну, лайкосики ставьте, потому что за такую серию, мне кажется, это просто жесть. Все, ребятки, с вами был Флэш. Увидимся в следующем видео. Все, я пошел отдыхать.